Приветствую вас, мои дорогие ребята, на новом веселом маршруте новогоднего путешествия. Сегодня у нас особый день, и тетушка Сова позовет всех вас посетить далекие страны и еще одно очень-очень холодное место на планете Земля. Интересно? Ну, конечно, интересно. Все это будет чуть позже, а сейчас мы еще раз смотрим мультфильм о том, как Дедушка Мороз побывал под Новый год в Грузии и с каким добрым человеком он там повстречался. Смотрим. Ехал как-то Дедушка Мороз по Грузии, да не просто ехал, а с комфортом на автомобиле. Встречает его местный житель, как дорогого гостя встречает. Только решил Дедушка Мороз хорошему человеку подарок сделать, машинку игрушечную. А у того настоящая есть, задумался дедушка. Все есть у хорошего человека, только вот жены нет. Как же обрадовался хороший человек, когда такую красавицу дедушка ему в жены сосватал и по обычаю, да и от счастья такого, одарил Дедушку Мороза и машиной, и домом, и даже рубаху парадную отдал, и на радостях в пляс пустился. А Дедушка Мороз дальше поехал подарки развозить по всему миру. Пришла пора всем вместе отправиться в новогоднее путешествие и узнать, где и какие есть еще обычаи встречи Нового года. Поехали! В стране Ирландия принято лакомиться под Новый год сладеньким. Там готовят специальный пудинг, сладкий пирог. Все ирландцы кушают новогодний пудинг и веселятся. На Кубе, это такой остров в Южной Америке, перед Новым годом жители наполняют всю имеющуюся в доме посуду водой, и как только часы пробьют 12 раз, всю воду выливают из окон прямо на улицу. Это означает пожелание Новому году быть таким же чистым и светлым, как вода. Очень забавный обычай. А в Панаме в новогоднюю ночь все от мала до велика громко кричат, стучат, чем попало, чем громче, тем лучше. Таким образом, по мнению панамцев, можно задобрить наступающий Новый год. Ребята, вы только представьте себе, это же какой грохот стоит в Панаме в новогоднюю ночь, если все тарабанят и грохочут. Новый год не только удастся задобрить, но и напугать, как бы он не убежал из Панамы, сломя голову. Ну, это, конечно, шутка. Новый год обязательно приходит ко всем людям на земле. А теперь, как я и обещала, мы отправимся вместе с Дедушкой Морозом туда, где всегда холодно, на крайний север. Смотрим мультфильм о том, как встречают Новый год на севере. На самом крайнем севере, в стране вечного холода и северного сияния, весело жил один вредный и упрямый чукча. Вернее, не очень весело жил. Вот его самоходные сани поломались, заупрямились, загрустил чукча. Но тут колокольчик в тундре звенит. Это Дедушка Мороз в упряжке к празднику спешит в дома к чукотским ребятишкам. Схитрил чукча, схватил деда и давай оленя требовать, подумал дедушка. И из мешка ослика достал. Смотри, говорит чукча, у меня олень уже старый, с большими рогами, эти молодого, сильного даю, без рогов совсем. Отпустил чукча дедушку к детишкам, а сам давай ослика погонять, а тот ни в какую. Так Новый год в тундре и встретили. Вы, детишки, запомните, что упрямиться и вредничать нехорошо. Вот чукчи из мультика, как бы не пришлось вдвоем с упрямым осликом в тундре Новый год встречать,
До Чума ведь доехать не успеет. А нам с вами, ребята, скоро предстоит снова встретиться на новом маршруте веселого новогоднего путешествия. А пока до свидания, ребята. Будьте здоровы!